Так какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться? Ведь время относительно. Это-то вы понимаете? Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет? Нет, нельзя. Надо знать. Да можно. Ладно. А ты что видишь? А? Песок. Значит, сработал это хреновина. А этот козел-то с дырочками там, что ли, остался? Владимир Николаевич, а может быть, мы все-таки на... Да, типичные марсиане. Зараза, сдались тебе эти макароны. Так. Значит, русский язык знаем. Зачем потребовалось скрывать? А мы и не скрываем. Очень трудно в язык проникать, когда сразу на двух языках думаете. А этот подсак все время говорит на языках, продолжение которых не знает. Чего уставился моему на Верешвило? Они грузинский знают. Что он сказал? Обезьяна сын осла. Так. Мы из Советского Союза прибыли по культурному обмену. Наши знают, где мы. Ищут. Если вы нам не предоставите возможность связаться с нашим посольством, у вас будут крупные неприятности. Ясно? Так. Посольство мы не понимаем. Ты цак быстро вставляй. Значит, макароны вы понимаете. Маймуну понимаете. А что такое посольство, бедненький, не знаете? Хватит мозги пудрить. Ты кто? Я спрашиваю, ты кто? А? Пришелец, прораб. Нет, ты подсак. А ты кто? Я грузин. Нет, ты тоже подсак. Ты подсак, ты подсак. И он подсак. А я читланин. И они читлане. Так что ты цак надень и в кипелаце сиди. Ясно? Что? Посмотри на меня, визатор родной. Какая точка отвечает? Зеленая. Теперь на него посмотри. Тоже зеленая. И у тебя зеленая. А теперь на УЭФа посмотри. Какая точка? Оранжевая. Это потому, что он читланин. Ну, понимаешь? Чего? Люк — читланская планета. Поэтому мы, подсаки, должны цаки носить. Да, и перед нами, читланами, должны делать вот так. Владимир Николаевич, это оголделый расизм. Покажи, пожалуйста, еще раз. Вот так! Будь другом, помедленнее. Вот так! Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут мозги пудришь. А? Какой дурак на плюке правду думает. Абсурд. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже. Сказано, под цаком в клетке выступать, значит, надо в клетке. Чего выпендриваетесь? Ничего, родная, мы тут рядышком попоем. Ну, залезайте же, он нас засек, тринклюкирует. Мы не звери. Что?
Нет, ты войдешь. Отпусти! Войдешь! Ну, залезайте, он нас расплавит! Ладно, зайдем, скрипач. Раз так просит. Заходи. Раз, два, три. Пляшите! Пляшите. Знаешь что? Ищи себе другой ансамбль. Дядя! Привет. Здрасте. Давненько не встречались. Пока. Секундочку. Такое предложение. Чего? Чего? Что мы о вас думаем? Ну, проникай в мозги. Чего ты прицепился к нам? Что тебе надо? Совесть у тебя есть? А у тебя есть? Мы бедные, несчастные, голодные артисты. Ну что мы вам плохого сделали? Что вы нас преследуете? Дай-ка свою бандуру сюда. Настрой. Вот так вот. Пошли. Раз, два, три. Мама, мама, что я буду делать? Ку! Артисты, а где наш гадюшник? Пепелат? Да. Там. Луч кончился. Из-за тебя, зараза. Мат. А говорил второй разряд. Он хвостун. Нечестная игра. Вы за счет моих мозгов выигрываете. Если бы у тебя мозги были, ты бы сейчас мимо учился, а не здесь тем настроение пудрил. Давай еще сыграем. Ты скрипку, футляр и зубную палку. И это. Идет? Хорошо. Вы бандуру, визатор и основу жизни господина Уэфа. Можно. Давай. Дядя Вова, цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Мне нельзя, я чатланин. Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлане. Как работать, так... Киндермат. Нечестная игра. Ты специально мои ходы плохо думал. Своими мозгами надо играть. Как он может своими мозгами играть, когда он эти куклы первый раз видит? Не мое дело. Отдавайте ему выигрыш. Вот еще. Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю? Никогда. Я говорил, скрипач не нужен. Вот результат. Начальник! А ты говоришь, цапу. Астронавты! Который тут цапа? Там ржавая гайка, родной. У вас все тут ржавое. А это самое ржавое. Ну вы что, совсем, что ли, очумели? Ой-ой-ой, мама, мама, Люськ с Манойкиным переместились. Надо же. Дядя Вова! Спичка в пилотке. Странно, чего же не полетели-то? Что странно? Спичка есть, гравицапу купят, тентуру земли знают. Товарищ Оцелок! Товарищ Оцелок! Они у нас вещи украли! Поймайте их! Ку! Поймайте их! 40 чатлов. Нету чатлы! Все у экскурсовода! И скрипка у них чужая! Они перед видеопэжем не кукукали! Чё ты уставился?
Сейчас как сообщу твоему начальству, что ты знал и бездействовал, тебя транкрутируют нахрен. Ясно? Я не бездействовал. Я сразу на капу нажал. Скрипач свидетель. Всем постам. Гадюшник с колесиками сюда. Это уксус. Не твое дело. Обоим пожизненный отсек без гвоздей. До выплаты. Выплата 500 чатлов. По 250 за штуку. Спасибо. Пацак, ты скрипку склей и песни пой. Скрипач. Ребята, ты со спичкой мы пошутили. Мы бандуру. Радость хотели доставить дим пяти, вам. Дам пяти, дам пяти, дим пяти, делай. Привет. На речке, на речке, на тупе лежучке. Ку, морозенька белый. Исчезни! Здравствуйте, Гедван Александрович. Гаморжова. Вылезайте. Нельзя. Поймают. Стой. У нас кровицапа есть. Ку-ку! Режь! Вот здесь. Ку! Навались! Здравствуйте. Мы пацаки с планеты Земля. А вы кто? Будьте любезны, наденьте дыхательные аппараты. Зачем? У вас хороший воздух. Именно поэтому. Ха, на нее посмотри. Спокойно, одень. Гедеван. А ты мне планеты, прошу. Отпустите их, пожалуйста. А кто может решить этот вопрос? Абрадокс, но... Ну так веди к нему. Веди, а то сейчас я маску сниму и надышу вам тут. Отдыхать полчаса! А вы опять не переместились, заразы. Опять. Влезай. Фигушки. Нам здесь лучше, чем на Альфе. Давай, вытаскивай их. Нам скоро машинку перемещения принесут. Владимир Николаевич, а вы нам должны 11 тысяч коробок. У скрипача записано. 11 тысяч 20. Такое предложение. Вовка, мы сейчас с тобой перемещаемся в гастроном. Потом, когда все закупим... Потом не будет. Друг, у вас какая система? Разрешите взглянуть? Система обычная. Нажал на кнопку. И дома. Ку?